Они бывало, словно дети малые, то обижались, то мирились вновь, но в их сердцах всегда была любовь, и забывались все обиды старые. Он часто приносил ей розы белые, варил любимый кофе по утрам и сочинял сонеты по ночам. Остановись, прекрасное мгновение. Она была с ним нежной и ласковой, была ему подругой и женой, такой серьезной, страстной и смешной, и неземной, сравнимою со сказкой. Они порой вели себя как дети, то обижались, то мирились вновь, но в их сердцах всегда была любовь, им не расстаться ни за что на свете, им не расстаться ни за что на свете.